Новая больница в Островце откроется в 2018 году. Она сможет выполнять функции межрайонного медицинского центра. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко. Больница строится в новом микрорайоне по республиканской инвестиционной программе. Она будет обслуживать 60 тысяч жителей. Строятся школы, строятся детские сады, строится новая больница, физкультурно-оздоровительный комплекс, который в настоящее время еще в Островце нету, а нужен, он нужен во всех районных центрах. Это наше здоровье, здоровье подрастающего поколения. И я доволен той работой, которая ведется. Скажу так, что все идет в графике, даже с опережением. В следующем году больница будет готова к вводу. Мы еще раз сегодня определили, что при таких мощностях и площадях, которые занимает больница вновь, которая будет вводиться, необходимо создавать и межрайонные центры. Вопрос с местами в детских садах в Островце будет закрыт в ближайшее время с появлением нового дошкольного учреждения.